Ютуб, всем привет! Сегодня такая тема у нас, что некоторым для самоделок требуется отделить цоколь лампочки от самой колбы, никак это не разбив. Ну, в общем, сегодня я покажу свой способ, как мне это удалось сделать. Так что предлагаю приступить. Сегодня мы будем разбирать вот эту лампочку. Соответственно, тут проблема какая? То, что цоколь нужно снять, не разрушив саму лампочку. Первое, что я сделал, уже подглядел на ютубе, это взял шприц, только не этот, другой, и внутрь залил бензин, то есть вот эта штучка вытаскивается, чтобы клей размокал потихоньку. Электронике он никак не должен навредить, а вот клею будет очень сильно вредить. Дальше сделал вот такую вот штучку, чтобы это из тонкой жести, из аэрозольного баллона, чтобы можно было подлезть и выковыривать клей отсюда. Что у меня задача — сохранить цоколь. Ладно, сейчас будем размачивать бензином и снимать потихоньку. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока мы разбираем лампочку, продукт нам доставить Перекресток впрок. Перекресток впрок — это онлайн-гипермаркет с доставкой продуктов на дом. Больше не нужно ходить в магазин, достаточно просто установить приложение на свой смартфон, и можно совершать покупки из любого места, где есть мобильный интернет. А благодаря промокодам и акциям Перекресток впрок экономит не только ваше время, но и деньги. Переходите по ссылке в описании, применяйте промокоды и начинайте экономить Перекресток впрок. Как видим, потихонечку процесс идет, но очень, конечно, долго, потому что эта замазка очень твердая и выковыривается очень тяжело. Я даже не думал, что так будет долго выковыривать. Так, кажется, мы ее прогрызли с одной стороны. Прогрызли насквозь, походу. Есть! Все! Вот, ребят, смотрите. Цоколь отошел. Правда, есть проблема, то, что внутри находится, что лампочка сберегающая, энергоэффективная, и внутри вот драйвер залит замазкой. Так, надо ее сейчас тоже всю раздолбать, чтобы... Ну вот, все. Лампочка разобрана.
Вот у нас конденсатор. Так, это была термоусадка драйвера, которая сейчас была разрушена. Да, драйвер импульсный тут. Клей затек даже в драйвер в сам. Вот тут кусочек валяется. Ну вот. Все, короче. Вот такой вот способ есть разобрать лампочку. Неразборную. Как видите, работает. Правда, деморная. И использовал обезжириватель. Это бензин-галоша. Чтобы замазку немного размягчить. Конечно, понимаю, что он ее не растворяет, но, по крайней мере, она с ним становится, хотя бы ковыряться начинается. В общем, вот так вот. Ну а теперь, если кто-то смотрел до этого момента, и кому интересно, зачем я разбирал лампочку, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, так как продолжение будет в следующем видео. Там я расскажу, зачем я это делал. Ну а на сегодня всем пока.